покраснел уже, ты видишь сразу. Ну, два слова буквально, какое-то поздравление. Вот он родится через два часа. Ну, через два, больше там, не знаю, какой вот даты рождения у него. Через два часа, когда? Два часа ночи я родился. Два часа ночи, через четыре часа он родится. Вот какие ему слова теплые хотелось бы сказать? Дим, вот родившись в два часа ночи, вы в котором часу считаете вставать по утрам? Ну, то есть реальное какое-то оптимальное... Это с возрастом меняется. Раньше я любил спать до 11, до 12, работа так позволяла, а теперь я встаю где-то в 6. Больше не могу спать. А в праздник он не ложится. До 11, до 12 все-таки, да? Раньше было. А в праздники не ложитесь. На самом деле замечательно. Просто мы с Димой познакомились только сегодня. Он приехал ко мне в номер, в смысле, чтобы забрать меня вот сюда. И как-то так обронил, дескать, фразу, что много Димы в последнее время развелось. Я сказал, ну и что? И Дима подхватил, ну так это же хорошо. И вот я говорю, Дима, это очень хорошо, что вы родились в 2 часа ночи, что вы любили спать до 11, до 12. По праздникам вообще не ложитесь. Я угадываю в этом себя. Поэтому абсолютно точно и смело могу сказать, Дима, замечательно, что вы родились. Рождайтесь каждый год заново и заново. Не считайте, сколько там вам накапывает. Это совершенно не важно. Гордиться этим, по-моему. Потому что пока жизнь, энтузиазм в человеке, совершенно не важно, сколько там. 10, 15, 20, 40. Потому что дело-то не в количестве, как бы, не в цифрах дело. Дело в количестве прожитого времени. Поэтому можно иметь за плечами 60 этих самых единиц. И быть человеком совершенно молодым. Поэтому, проснувшись утром, вот если вдруг вы сегодня ляжете, проснувшись утром, пожалуйста, не напрягайте свою память для того, чтобы сосчитать. Хорошо? Сколько вам стукнуло? Да. И старайтесь об этом не задумываться. Вот всякий раз, рождаясь в 2 часа ночи, вот каждый год, не считайте. Живите и дарите лучше тот праздник, который вы подарили сегодня. Всем в зале и мне точно в такой жизни. Честное спасибо слово. Вам. Дима, удачи. Ой. Спасибо. А вот теперь мы выпьем за это дело. Это правильно. Спасибо. Так, ну, обведи нас, сейчас я вас всех обведу. Ну а как же, такой большой человек из кадра вышел, пожалуйста, вот, надо вот на это слушать. Ну если оно началось. Ну давайте. Ну слушай, Галя, иди сюда. Кадр. Галина. Я вас умоляю. А вдруг еще на 10 лет? Кадр вот сюда, пожалуйста. Не отделяйтесь от коллектива. Галя, вдруг еще только через 10 лет встретим. Ну хорошо. Это. Ура! Ура! За праздник? Ура. За праздник. Ура, наступающий день рождения. Если улетите тогда, у нас рисково все дело. А мы улетим. Я блюститель. У меня машина в аэропорту. Она нас ждет. Конечно. Правильно. У нас заметет взлетную полосу. Не надо. Спектакль. Но не ожидай. А у них самолет стоит прямо рядом. Спектакль. У кого? Спектакль делать святой. Спектакль святой. Правильно? Не надо. До дна, давайте до дна. А кто вы нас насилуете? Как хотим, так и пьем. Пойдемте покурим. Я покурю, пошли. Мы с Димой... Дима... Слышно? Сейчас галстучек поправим. Можно? Нужно. Дмитрий Борисович, благодаря кому состоялся этот спектакль? Сегодняшний спектакль мы смогли привести сюда благодаря коммерческому участию замечательной фирмы Track Communication и акционерному обществу «Экспериментальная база». Мы очень благодарны им за финансовую помощь в организации этих гастролей. Куда еще поедут Лазарев и Немоляева с этим спектаклем? Завтра они поедут в Северский Полевской, там состоится спектакль на выезде. Теперь у нас такое маленькое расстояние между тостами. Я хочу, чтобы пуля не просвистела. Вот что хочу сказать. Я хочу. Просто я очень рад, что меня судьба свела в моей жизни с двумя замечательными людьми. Они в полном смысле этого слова. Я думаю, что всякими двумя людьми. Перебивай, короче. Они в полном смысле слова замечательные, потому что эти люди, они... Вот еще, может быть, я так еще не очень
И стар, но, говорю, это люди из нашего времени. Старье. Это люди из нашего времени, которые вот сейчас из нового времени, они не любят кино. А которые вот еще из нашего времени, excuse me, please, они очень любят кино. И без них просто ничего бы не было вот сегодня тоже. Я очень люблю этот зал. В этот зал я, немножечко лирическое отступление, я был на открытии этого зала в 1967 году. Какого? В 67 году. Я вам даже скажу, с чего открывался этот зал. Премьеры фильма. Суперстар. Во, начинается Родина. Киноконцертный театр «Космос» открылся с фильмом «Щит и меч». В 67 году. Я был очень маленький. 25 декабря. Был очень маленький. Женщина красивая. И Ириночка. У них такой классный тандем, обалденный тандем. Вот я бы у себя, как директор на работе, желал бы иметь такой же точно тандем, как у них. У меня хорошие девчонки работают. Но вот как они понимают друг друга с полуслова, я ей могу только хорошей завистью позавидовать. Давайте выпьем за этих людей. Слушай, у нас вообще день тандема. Проще сюда Киркоровых вот запускать каждый день сюда. Ну, это, обидеть не хочу никого. Но если они находят возможность отдать день вот под наш, под кино, под кино. Еще под какой-то. Это ведь тоже не каждый. Опять на женщинах все держится. Да? Да? Саняна с какого? К сожалению, все. Да. Я еще не женщина войдет. Но в этом доме. Конечно, сегодня было правильно сказано. Не за этими дверями, а за теми. Дмитрий, спасибо большое, хороший тост. Спасибо. Это от души. Благодарить их еще раз лично. Замечательно. Вот эту замечательную компанию, которая здесь сидит, благодаря которой мы имеем возможность видеть вас вот так воочию. Это уже у нас не первый опыт. Мы прекрасно поработали и провели киношок. Также благодаря вам, я думаю, что это и не последний опыт, и в дальнейшем мы очень надеялись, что вы нам также хорошо помогали. А мы, так сказать, со своей стороны сделаем так, чтобы это. Дим, покажи. Хорошо. Да. За спонсоров. Да, слушайте, ну за них тоже такое. За администрацию города. За администрацию. И район. Это район. Бог долгих лет жизни. И знайте, что в городе Киеве, равно как и в других городах, вас любят, и мы будем вместе, и мы будем жить. Спасибо. Я хочу на прощание поздравить, и Дима ко мне присоединится. Я знаю, что завтра День Святой Екатерины, и город Екатеринбург, по всей вероятности, завтра именинник. Значит, я вас всех с этим праздником замечательным поздравляю. И Дима присоединяется. Да, Дима? Мы присоединяемся. Вот. И поздравляем вас с замечательными именинами города Екатеринбурга. И с нами Ирина Константиновна Дунаева. Я хочу представить вам... Ирина Константиновна, я умоляю вас. Вот два слова скажу. Значит, вы все знаете, а может быть и не знаете. Вот Ирина Константиновна... Много лет работает, была такая замечательная организация «Кинопропаганда». И я приезжала по этой линии очень много раз, вот и по Уралу ездила, в частности, вот «Кинопропаганда». Мы ездили и показывали новые фильмы, мы встречались со зрителями. На сегодняшний день эта «Кинопропаганда», значит, переименована в «Киноцентр». Ирина Константиновна, которая всю свою жизнь, как и многие рядом с ней, замечательные совершенно люди, положила жизнь к ногам кино. И вот, знаете, говорят, вот те, кто на экране, да, все знают, все, а есть те, кто за экраном, но преданный вот этому замечательному волшебному киноэкрану. Вот Ирина Константиновна Дунаева предана и много лет работает вот в киноцентре. И здесь есть много замечательных людей и любимых моих
которых я рада здесь была встретить. И еще я знаю, что здесь дни французского кино, да? Вот. Вот как замечательно, что кино не знает границ. Мои поздравления тем, кто я не знакома и не знаю, кто в зрительном зале представляет французскую кинематографию, но я желаю здравствовать и французской кинематографии вместе с нашей российской кинематографией. Спасибо! Спасибо вам. Спасибо.